Всем привет, ребята! Сегодня у нас упрощенная тренировка на руки. Но прежде всего начнем с разминки. Камеру приподнимаем и начинаем. Первое у нас голова. Я буду выполнять упражнения ноги на коленках, чтобы вам было лучше видно, а вы лучше выполняете сторону. Поворачиваю голову в бок. Опять же, не стараюсь это делать как можно быстрее. Я делаю по 5 раз. По 5, по 7. Если продолжает хрустеть что-то во время выполнения разминки, сейчас я уже голову наклоняю в бок, то, пожалуйста, поделайте подольше это упражнение. Так, это было. Теперь подбородок я прижимаю к груди, поворачиваю в одну сторону, обратно в другую сторону. Перейдем к рукам, я их делаю замочек и трясу, как хочу. Могу так, как хочу. Теперь я делаю кулачочки и кручу. Опять же, по 5-7 раз. Мне лично будет достаточно. Если вам больше лет, чем мне, то побольше. Теперь я кручу в локтевом суставе. Могу это я также крутить, получается, в разные стороны. Так, соответственно, также я крутил в эти стороны. И, конечно же, у нас плечики. Одна рука идет вот так, вторая идет вот так. Получается у нас вот так. Опять же, делаю с прямыми руками. Теперь наоборот. Переходим к тазику. Ну, я имею в виду к тазу. Итак, у меня плечи стоят на месте, они вот так вот не двигаются, вот так они тоже не дергаются. Ноги у меня тоже чуть шире плеч, и я кручу тазом. Ноги не понимают смысла этого упражнения, но поймут, когда крутить надо будет максимально с большой амплитудой. Опять же, я делаю по 5 раз, можно то одну крутить, то другую. Особо это без разницы. Остались ноги. Я не люблю делать упражнения на одной ноге. Так что для этого я возьму стульчик. Вы тоже можете на что-нибудь сесть. Напоминаю, как нужно правильно сидеть в школе. Надеюсь, вы это будете применять. Итак, я сижу на краю стульчика. Спина у меня прямая, это главное. И вот здесь у меня должен быть угол 90 градусов. Соответственно, я, если стул работает, он будет работать, да? Работает? Да, работает стул. Вот здесь колени. Здесь колени, да, колени прямые. Я поднимаю их, кручу мысочком. Если вам лень крутить мысочком, как мне было года 20, можно просто вот так трясти. Теперь я кручу в коленном суставе. Напоминаю, что когда ведется тренировка, лучше выключить микрофончики. И стараюсь делать с максимально большой амплитудой. Теперь я в тазовую ногу кручу. Если вы захотите, чтобы ваша разминка была больше,
пожалуйста, не стесняйтесь, я вам даже могу предложить, как ее расширить. А именно упражнение на растяжку ног, но так как у нас времени мало. И в основном, как я вижу, участники конференции у нас подростки, то можно этого и не делать. Опять же, те же самые упражнения повторяем на другую ногу. С той лишь разницей, что это теперь у меня правая. Так, стульчик я уже могу убрать. И перейти к самим отжиманиям. Вы зависли. Камеру опустить. Камеру опускаем и... Вы зависли. Да. Вы зависли. Я завис? У кого я завис? Кто подтвердит, что я завис? Все нормально. У меня тоже все нормально. Да, зависала. Я лично с тебя... Я зависала. Да, да. Перестанет уже. Так, администратор, меня видно? Видно. Классно видно. Классно видно. Тогда можем продолжать. Итак, упражнение отжимания. Напоминаю, что как они у нас выполняются. Ножки у нас не согнуты и не на коленках. Ну, конечно, можно на коленках. Но обычно они прямые. Руки у меня под плечами. Не вот тут, не вот так я отжимаюсь. И я касаюсь груди пола при отжиманиях. При отжиманиях. Не надо вот так вот отжиматься. Это, скажу по правде, труднее. И, конечно же, первое у нас упражнение. Мы будем упражнение выполнять по 30 секунд. Это обычное отжимание шире плеч. Сейчас я вернусь. А вы можете пока уже начинать. Наша задача выполнять отжимания как можно быстрее. И если вы не можете касаться груди пола при отжимании, то можно делать на коленках. Следующее отжимание у нас уже узкие отжимания, когда руки не вот так, конечно, но они у нас под плечами, то есть они у нас находятся на ширине наших плеч. Начнем. Следующее отжимание, смотрите, если вот это у меня пол, то одна рука у меня тут, вторая тут, отжимаюсь я вот так. Надеюсь, вам понятно, если ему даже понятно, то вы точно разберетесь. Иди отжимайся. Одна рука, вторая здесь. Потом мы, конечно же, поменяем. Руки местами. И теперь, если у вас до этого была рука тут,
передняя. Мы просто меняем передние руки. Если так можно выразиться, все передних рук я за свою долгую жизнь не видел. Отдохнем немного и продолжим. Пока отдыхаете, лучше размять кисти, потому что на них в основном идет нагрузка, как на суставы при отжимании. И продолжаем. Забыла сказать, как мы дышим. Наверное, вы уже заметили, что когда я опускаюсь, я вдыхаю, когда я поднимаюсь, я выдыхаю. Пока расскажу про следующее упражнение на плечи. Да, есть такое отжимание, называется армейское, наверное, потому что я сейчас похож либо на букву L, либо на палатку, или недоделанную букву A. Итак, моя задача, чтобы ноги были как можно прямее, ягодицы, соответственно, как можно выше, но на мозге я не встаю. Ноги должны быть как можно ближе к рукам. Вот это расстояние должно быть как можно меньше. И я вот так вот отжимаюсь. Надеюсь, всем понятно. Руки у меня шире плеч. И сейчас во время перерыва мы посмотрим смешные видео. Напоминаю, что видео, как и подборку сделал не я, а благодарен человеку, который сделал эти видео и выложил их бесплатно в общий доступ. Не забываю включить совместный звук. Так. Это я. Это видео. Так, в прошлый момент мы остановились где-то тут. Food. Ой, can I look at him go? Опять же, видео в основном на английском. When you own a cat, you are never truly alone. Он тоже любит воду. Или пить. When Archer was a puppy, I was so worried about how badly he sat with his big sploot. I took him to the vet, and they looked at him, and I said, I'm really worried about how he sits. And they just went, yeah, he just sits funny. Мне кажется, за кадром что-то делаешь, чтобы он прыгал. Может, он прыгает, когда он видит еду? Наверное, так оно и есть. Давайте последнее видео. А нет, тут не закончилась еда. Удивляет бесстрашие людей, которые находятся, могут находиться с большими кошками.
А мы продолжим. Следующее упражнение. Тоже в той же позе отжиманий, только теперь у меня руки не под плечами, а немного по диагонали, чем диагонали я делаю руки. И отжимаюсь. Тем лучше. Не вот такая диагональ, а другая вот эта. Надеюсь, вы... Советую снять носки, ну, при выполнении этого упражнения. Закончим. Напоминаю, что лучше всего во время отдыха разминать руки. Пока я расскажу про следующее упражнение, и оно у нас называется драконье отжимание, когда ягодицу делаем максимально низко. Опять же, тут также можно отжиматься на коленках, но ноги у меня не должны касаться пола. И моя задача, чтобы руки были как можно ближе к тазу. То есть не вот так, а вот так. И вот так вот отжимаюсь. Надеюсь, понятно. Закончила. Не серчай, не серчай. Отжимание у тебя когда-нибудь получится. О, еще будет одно упражнение. Это египетские отжимания. Это совокупность драконьих отжиманий и армейских. То есть я из армейских отжиманий или собака мордой вверх перехожу в драконьи отжимания и обратно. Моя задача — максимально сгибать руки при выполнении этого упражнения. Ну и тут действуют все правила арамейских и драконьих отжиманий, о которых я сказал, что-то говорил до этого, в этом видео. Так, сейчас мне уже надо будет закругляться, но я не просто выключусь, а сделаю с вами заминку. Напоминаю, что такое заминка. Заминка – это маленькая растяжка, она выполняется в течение 15-20 секунд для того, чтобы снизить наше сердцебиение до того уровня, который был до тренировки. Здесь понятно. Так, камеру я должен приподнять. И начнем. Первое у нас упражнение. Для него понадобится ровная поверхность или косяк двери. А в косяк, соответственно, делаем вот так. Вот, а так это может быть стена, шкаф, дверь. Все в таком роде. Я прижимаю руку полностью к стене, опять же, с косяком это не сработает. И у меня делаю вот тут прямой угол. И я тяну плечом вон туда, в ту сторону.
Считайте лучше про себя 15-20 секунд, потому что я не знаю, когда вы начали выполнять это упражнение. И вот здесь у меня подмышка прямой рука. Не сильно не говорю. Но опять же, то же самое упражнение я делала, но уже на другую руку. Закончил. Следующее упражнение я буду показывать на коленях, но вы лучше его выполняйте в сторону. Итак, завожу я руку за голову и касаюсь ее спины. Беру другую руку, касаюсь ее локтя, в данном случае моей левой руки. Левую руку я ни за что хватать не должен. И теперь тяну всю эту конструкцию в ту сторону. Надеюсь, вы видите мой указательный палец. Вот так. Опять же, можно выполнить это упражнение. Но, по-моему, вот это лучше. Или меня, конечно же, руку. И тяну же вот туда. Также есть еще одно упражнение на руку. Это на растяжении руки. Эта рука у меня прямая. Я ее могу согнуть здесь, здесь, тут, где хочу. Я люблю сгибать его здесь. И я прижимаю руку. И вы должны почувствовать растяжение спины. Но, хоть и спина растягивается, но в этом упражнении задействуются руки. И, конечно же, я меняю руку. Теперь перейдем к ногам. Первое у нас упражнение. Смотрите, какое нога на пятке, вот это на мыске. Я напрягаю эту ногу, чтобы она у меня была максимально прямая. То есть напряженная рука у меня прямее, чем расслабленная прямая рука. И моя задача вот эту конструкцию тянуть вон туда, в ту сторону. Фиксирую я ее и двигаю вот этой рукой. Это упражнение является приводящим к шпагату, то есть выполняя его с большей вероятностью. Вы сядете в шпагат и перед тем, как вы сядете в шпагат, лучше его выполнить. Итак, а сейчас я покажу, как проверить. После того, как я поменяю ногу, как проверить, напряжена ли у вас вот это нога. Конечно, по фото это видно, но вдруг у вас нет человека, который по видео, вдруг у вас нет человека, который смотрит из-за стороны. Итак, я аккуратно двигаю коленную чашечку. Если она у меня только двигается, значит, я расслабил ногу. Если она у меня не двигается, а двигается вместо этого вся нога, соответственно, она у меня напряжена.
Опять же, делайте это. Оставьте. Так, следующее у нас упражнение. Растягиваются вот эти мышцы. Смотрите. Ноги у меня вот так находятся. Я ошибся в прошлом занятии, что я вот так видел. И я, соответственно, ложусь, если вы лечь не можете, то вот так вот можно тоже находиться. И моя задача, чтобы расстояние между двумя моими коленками было как можно меньше. То есть я его должен свести. Если не растягиваются вот эти мышцы, к примеру, у меня, то и мама же выполнит другое упражнение, опять же, для коленка она выполняется, делать его осторожно. Для этого мне понадобится обо что-то опереться, я сгибаю ногу полностью, поднимаю одну ногу. Если у меня ничего не растягивается, соответственно, я отвожу ногу назад. До тех пор, пока вот эта мышца у меня растягиваться не будет. Опять же, в таком случае выполняйте упражнение на одну и на другую ногу. Вот. А сейчас мы перейдем к моим самым любимым, в кавычках, упражнениям. Продольные поперечные растяжки. Начнем с продольной. Это нога прямая. Вы уже знаете, как я жду. Максимально. И моя задача, когда таз у меня направлен туда, не вот так я делаю упражнение, смотря к вам, а я делаю его, смотря вперед. Чтобы вот это расстояние мне было как можно больше, то есть для этого я отвожу вот эту ногу все дальше и дальше. 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 Ну, не переусердствуйте. Потому что я знаю человека, который 3 раза у него обрывали связки. Что-то обрывалось, да. Как там это называется? Он, во время выполнения этого упражнения. Потому что он хотел максимально быстро прийти к шпагату. У него была такая цель, он ее достиг. Вот. У меня такой цели не было. Соответственно, то же самое упражнение, только зеркально. Опять же, вместо этого можно делать продольный или поперечный шпагат. Сейчас мы делаем поперечную растяжку, как вы поняли или догадались. Она вот так выполняется. И теперь я отвожу только вот эту ногу. И отличие от прошлого упражнения в том, что тут у меня и большой палец находится на полу. И я смотрю на вас. Точнее, у меня волосы к вам расположены. Можно руки как угодно делать. Можно вот так. Можно как-то сяк. Это не влияет на выполнение упражнения. Главное тянуться. И терпеть боль растяжения. Что ты хочешь? Покормлю я тебя потом. Не волнуйся. И то же самое я делаю упражнение, но зеркально. Советую ногу опять же ставить вот так, не вот так, а вот так. Yeah.
Я закончил, как и закончил эту тренировку, надеюсь, она была полезна, хоть она была и укращённая. Или упрощённая, не помню уже, как называл я её. Всем пока-пока!